Какую площадь зальет один баллон пены? Ну, если ее расходовать экономно в один слой. Для этого постелили клеенку на пол. Сейчас будем прямо на нее лить пену по площади. Ты делаешь метр на метр, да? Ну, я делаю по ширине метра, а в длину, ну, сколько нальется, что-то и замечательно. Вот. Заодно проверим цвет. Ну, как вот ты сам считаешь? Я думаю, квадратный метр-то баллон должен залить. Но... Ну, по высоте сколько ты нальешь еще? Нет, по высоте я буду в один слой фигачить. Угу. Там по инструкции сказано, что если вертикальная поверхность, то нельзя больше одного слоя, иначе она отваливается. Угу. Так, еще по инструкции написано, что ее надо трясти не менее 1 минуты, чтобы размешался колер. Поехали. Трясем минуту. Минута пошла. Не, у меня засекает тоже. Засекает? Конечно. А, ну ты скажешь тогда, когда. Не менее 1 минуты, то есть. Можно и 10 трясти. Банги все трясут. Ты уже трясешь 16 секунд. Хочешь, я потрясу? Вместе потрясем. Нет, ты что, как нервно трясем. Ты уже пользовался ею? Да. Ну, вещь хорошая, да? Отличная. Это цветная пена, на минуточку, которая... Ее не обязательно покрывать потом силиконом и торфом. Во-первых, к ней и так растения отлично прикрепляются, ну, после обрезки, естественно. Вот, во-вторых, цвет у нее очень натуральный, прям, ну, цвет торфа. Угу. И она быстро застывает. Скажем, через час уже можно с ней работать, то есть уже ее пытаться обрезать, формовать. Она легко еще очень пальцами формуется для тех, кто не обрезает. И что-то еще. Минута. Да. Хватит? Да, минута была, да. Давай. Продается она в комплекте с насадками, но вообще она рассчитана под пистолет. Угу. Сейчас мы будем. Ну, поехали. Это какой день? Коричневая. Светлее она, конечно. Да, чем прошлая партия. Но все равно это лучше, чем то, что у нас с тобой было вчера. То есть, ну, ты не протрясли ее там, да? Угу. Можешь делать фотографию еще из цвета? Там как-то можно... Верхняя корочка пены, она более светлая. Вот, когда вы начнете обрезать, вот такая вот штука получается. Внутри она гораздо более темная, как шоколадка. Сейчас посмотрим серой пены. Я думаю, с ней та же история. Давай. Да? Да. Все, все претензии сняты.